В Иркутске местный житель на днях устроил настоящий переполох. В квартире по улице Ленинградская пьяный мужчина избил свою супругу, о чем стало известно сотрудникам полиции. Открывать дверь приехавшим стражам правопорядка дебошир отказался. С балкона он выкрикивал угрозы, что воспользуется оружием и сожжет квартиру вместе с женой и детьми. Полицейским пришлось оцепить двор и эвакуировать соседи. В итоге мужчину задержали. К счастью, пистолет и граната оказались плодом алкогольной фантазии. А свой странный поступок он объяснил ревностью.